И стекло больше. Мы будем рассуждать на очень важную библейскую тему. Я нигде лучше места этого не нашел, где бы можно было так легко доказать. Что ученые все, которые говорят, что потопа не было, они умышленно скрывают от людей это. И никакого доказательства вообще не дают. Хотя большинство из них говорят, что поток был, ну а реальный. Не на всем мире. Тут акулы не плавали. А я говорю, все самые высокие вершины были покрыты. Ну туда вправо подъезжай к тем бабам, под березкам, чтобы нам было видно днище. Уже тут дорога настоящая, потом подвернешь. Запах-то идет какой. Да. Смотри, мы сейчас пойдем. Марина, ты никогда не забудешь. Памятная встреча здесь будет. Вон туда иди с братьями. Все. Сережа, обратно поедем. И следа в свет иди, потому что параллельно надо... Столбы, идемте. Бери бабу помню. Так, тихонечко, здесь трава высокая очень. Так, идем сюда. Да нет. Нет, это не Богородская, это другая. Ковыль. Это давайте ковыль. Сюда, баба. Иди сюда, посмотрим. Володя, посмотри, храм видать. Это я попросил сюда привезти. Это самое лучшее место доказательства, что был Ноев потоп. Вот смотри, как доказывается. Вот это вот главный лог. Вот он, главный лог идет. Вон она, наша коричневая стена, откуда мы сейчас пришли. Это главный лог. Теперь вот лог начинается ближе березок. Начинается, сразу расширяется, и уровень у всех одинаковый, ровно опять, на это дно. Опять сюда. Опять сюда. Вот за березками, вон видно, туда. Теперь посмотри там сколько отрожков. Стой, Надя, не ходи. Веди. Один, второй, третий, четвертый. Начинаются где-то ну, метров 50. И глубина сразу ровно до этого доходит. Это один лог. Это один лог. Почему? Теперь вот он где начинается. Вот мы и стоим. Ложок вот он начинается и сразу уходит туда. И он раздваивается, один ложок сюда. Такого нету нигде почти. А вот там большой лог. Он и где потеряется, типа, коров. Вот там он. Потеряешься. Вон он лог, подойди сюда. Видно, видно. Вот, видать? Вот это низина. Это означает, когда вот здесь была вода, здесь может быть километра 3-4. Здесь вот киты плавали, акулы. Вот земля была под водой. Она размокла. И когда Бог сказал в земле принять обратно воду, вода стала уходить. Деревья подмыло с корнями, они вывалились. Их поперло и поперло до Кузбасса. Их под землю и сразу вот этот ил. Ну тут ясно видно, что вот она ровная была, видно. Вот эту землю вымыло всю и накрыло одновременно все деревья. Вот почему каменный уголь образовался. Каменный уголь. Объяснение очень простое. Это ровно видно, вот она как была и вымыло ее. Ну там видно. Я разговариваю, тут профессор, допустим, приехал, епископ. Я говорю, скажите, вот это вот, вы это, что такое? Ну, русло. Чего русло? Воды. Ну, не экскаваторы копали. А какая вода, когда начинается? Вот она где? Откуда воды столько? Чтобы вот так вымыло, вода должна заполнить все. Не просто ручеек течет. Ни гор нету, ниоткуда. Вон, пшеница растет дальше.
Вон уже пшеница, дальше ничего нет, ровное поле. И от него вон какие идут ложок один, второй, третий. Она вода билась, где более твердая, она поворачивала. Вот она, где разворот сделал главный лог. И главный лог пошел вон. Вон. И там их еще такой, больше 10 отрожков. Длина вот этого отрожка, ну, бывает 200 метров, 300 метров. Ну, 300 метров, это что? Он начинается маленький. Проходит 300 метров, он в глубину ровно до днища до этого. То есть она стекала в одно место. И ширина метров 70. Откуда? Куда она, я говорю, земля делась-то? Все соглашаются, что это вода сделала. Вода. Это не это суслики. Не человек сделал. Не человек и не суслики. А я говорю, а куда вода делась? А откуда она взялась? Гор нету. Вот сейчас бывает иногда весной, она вода сделала. Снег, она вся уходит туда. Она из-под земли идет. Но тогда-то добыла, тогда. Но чтобы из-под земли, это родничок. Чтобы вот это вымыть, это надо наполнить все. Выше километры давила вода и перла туда. С людьми, со всеми, со зверями. Вот это доказательство того, что Ноев потоп был по всей земле. По всей земле, да. Не просто в одном месте, где Нил. Вот мы живем в том месте, где доказать ничего не надо. Вот я хожу, он человек-то ученый. Я его спрашиваю, вот эти вот берега, вы считаете, были ровные? Это? Ну, конечно. Тут, говорит, спорить не надо. Ну, а куда земля делась? Ну, вода вымыла, экскаваторов не было. А откуда вода взялась? Головой крутит, я говорю, ну давайте пойдем. Перешли на ту сторону. Пошли, там ровно, вон между деревьями это поле. Там ровно. А вон уже ложок один, второй, третий. Откуда ложки-то взялись-то? Если вода, ну одного ложка хватило бы. От воды-то сколько ж тут было, если ложок с ложком рядом идут? Это русло. И притом все они скатываются, и уровень внизу одинаковый у всех. Потому что, чтобы, ну, тут водопада-то нету никакого. Это не Ниагарский водопад. Ну, это уж деревья-то после наросли. И что интересно, я копал колодец, оттуда далековато. Вот такое место. 2 метра прокопал камыш. Откуда камыш-то? Это означает, что здесь море было. А камыш сразу растет. Это океан был. Да. Написано, самые высокие горы были покрыты водой, чтобы он нигде ковчегом не ударился. Вот мы приехали сюда, и Господь сказал, помните жену Лотову, вспоминайте. Мы должны, говорит, он говорит, как было во дни потопа, будет пришествие Сына Человеческого. Христос потоп признавал, он его создал. Я вот привез вас сюда, чтобы это показать. Ну, это кусты мы с детства помним. Коров тут стоило было, мы из камыша разные шляпы, мордушки плели. Видите, какие кусты. Тут иногда барсуки прячутся, горы делают, пока люди не найдут. Видите, что вы мне сказали? О, какая красота. Вот вода как стерла, она ударяла, вот из ковода сделала. Второй наоборот, вот она ударила, дальше обошла, это более твердо видно было. Ударила во второй. Дальше идет, вон она куда ударила. Дальше выперла. Вот она где. И пошла туда. И вода текла отсюда, и вот отсюда текла. Оттуда может даже в тот ложок. Потому что она вся размокла. Возьми в ванне, пробей дырку внизу, накидай земли, а потом пробку убери. Ты увидишь, как потечет, и там такие же самые будут лага. Да. Землю она начнет выносить, но всю не вынесет. Вот мы стоим на том месте, где плавали киты. И тогда тебе не надо ничего доказывать. Что-то можно опровергать. Я говорю, каменный уголь, что такое? Ну, деревья обуглившиеся. Я говорю, а другое есть происхождение? Нету. Ну, нету, даже версии нету. А как деревья сегодня падают в лесу, почему они не превращаются в каменный уголь? Потому что сгнивают. Я говорю, а для того, чтобы дерево превратилось в каменный уголь, что нужно? А нужно, чтобы его, как только оно упало, сразу накрыть толстым слоем мокрой земли, плотной. Под такой землей он сгниет. А который ил, он плотный. И надо, чтобы большой слой был без доступа воздуха. И пройдет там столетие, и оно обуглится. Так я говорю, а бывает слой угля 30-50 метров. Это сколько же деревьев-то? Это дерево на дерево упадет, да так не бывает. Дерево одно упало, одно там, другое там. И они уже через 50 лет ни одного нету. Их мураши все растащут.
Это означает одновременно, здесь огромным потоком несло, шумело деревья. И землю вымывало, и сразу их накрыло. Вот тебе Кузбасс и уголь. Да. Я даже посмеялся, говорю, вы должны с нами углем делиться, потому что наша земля участвует там. Кузбасский уголь, ты где? Вот где мы побыли, я хотел сюда вас привезти и показать, чтобы никогда никому не позволяли говорить, что потопа не было. Иисус говорит, как было в дни Ноева потопа, так будет пришествие как Сына сказано, Человека. Так и будет. Так и будет. Даже он был потоп, он на него ссылается. И когда радуга где на небе, это говорит знамение Божие, что потопа больше не будет. А радуга это знамение. Это знамение, да, Господь. Выходит за потопа, радуги и не было. Мария, ты хочешь возразить что-нибудь? Нет. Ну, потому что вот тут наглядно, что земля тут была. Тут ляжь на землю и посмотри, она совершенно ровная. Да. Ровная. А куда она земля делась? Ответ один, ее вымыло. А кем, чем вымыло-то? И главное, вот этот главный залог начинается за этими деревьями. Он-то начинается недалеко. Этот главный лог впадает в еще более главный, который течет за тысячи километров. А сегодня, если тает где-то, нигде в лагу, ну, маленько там вода потечет, там в самой серединке, может, метра два, и она ничего не вымывает. Это именно волно подряд, всю землю подряд. Видишь как? Это все не начни делать экскаватором, так не сделать ровно. А там-то, гляди, какая ширина, сколько там. И там эти ложки, и наши озера. Видишь, нет? Он между деревьями. Ну. Это храм. Вот так. Место благодатное такое. А это, вот он, видишь, как он завивается. Ковыль. Он очень опасный. Вот он у него остренький. И он попадает овечки. А вот видишь, какие у него эти. И оно его крутит ветром, и он вонзается. Шкуру проходит, попадает в тело, дальше в легкие и погибает овечка. И вот это, вот и берешь его, это ковыль. Вот он все, видишь, какие у него копья. Да. Когда он поспеет, а его в городе накрасят синим, красным, он начинает, видишь, уже закручивается. Он какой красивый. Его ветром крутит, как спираль. И он выходит, проходит все, и лошади, овцы гибнут. Наши-то этого не знают, потому что у нас не ковыльные степи там хорошие. Он косит, видно, что там он какие копешки ставят. Сено его тоже косят? Да, конечно. Ну и будут кушать, так и будут. Надо кушать. Рано его косить, пока он не созрел. А он еще зеленый. Вот если его дерну за косы, он выходит внизу. А теперь потянул вверху, еще раз потянул, он отдал. Вот. Видишь, он какой трехслойный. Ушки свои, да. Да-да. Ну вот и все. Ну ладно. Храни вас. Спаси Христос. Да. Давайте поблагодарим Бога. Давайте. На храм туда. Сережа, на молитву. Кто там еще? Кого-то нету, Надежды нету. Где они там? Призови их. Надежда Васильевна. А ей что тут? Она будет сейчас выкомуриваться. Это зови ее сюда. На молитву. Сережа, открой ее, открой. Она будет сейчас что-то выдумывать. Мы великое дело делаем и благодарим Бога. Братья согласились нас привести сюда, показать. Сейчас задача вытащить из машины всех. Трупы разговаривать в это время. На молитву сказали-то. Вот в твои глаза смотришь, они такие усталые. Надя, усталые у тебя. Представь, все тебя ждут. Ты даже здесь успеваешь что-то свое показать. Ну закрой эту лавочку. Встань на молитву. И сатана подвигнется назад. Все выше, одного не можем выковырнуть. Нехорошо это. Господи Боже наш, слава тебе. Господи, хвала тебе. Ты позволил нам увидеть великое и страшное, как погибли люди, отвергающие тебя.
и ты навел поток на всю землю. Слава тебе за твое долготерпение. Ты сказал, так этот мир сгорит и потонет в огне за отступничество от тебя. Приготовь нас всех к встрече с тобою. Сохрани, Господи, чтобы кто-либо отвергся от тебя и получил знамение сатаны. Это начертание зверя. Благослови всех приезжающих сюда, мысли направь к горнему. Благослови брата Иакима Виктора в пути, сохрани. Возврати их с миром. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Слава тебе, послушай. Так, садитесь. Садитесь, сейчас послушай, даже здесь. Пойдем. Послушай, туда. нет, подожди, здесь пока пришло мне. Пойдем туда скорее. Мне шофера отпустить надо. Успеем. Я чтение читала. Господь так говорит. Когда вы, говорит, Бога вспоминаете, вы его славите. Но когда, говорит, вы на человека говорите дьявола, говорит, вы его славите. Мы тут я не сказала. Дьявол, а говорим, что дьяволу подчиняются. Мы обязаны сказать. Ну и дьявол. На молитву, допустим, человек не идет, он не сам надо не понять. Идет. Надо греха, это грехи вот, надо. Он не сам идет человек. Вот сатана тормозит. Вы даже увидите его. Сатана говорит, самая большая моя победа та, что я сумел доказать, что меня нет. То есть он на каждом шагу везде. Человеку не надо. Ладно, давайте, Богу.